Если быстро, да. Ну, то есть, есть успешный успех, да, а есть злое зло. И есть доброе добро, которое борется с этим злым злом. Главное, чтобы язык не заплелся. А на протяжении четвертого эпизода, говоря уже о, прости господи, фанфиках, позиции Галактической империи тоже начинают изменяться. Она обрастает логическими конструкциями, все-таки это уже весьма зло. Гдарту, ну пусть будет Гдарту Малгусов. А как ты считаешь, уважаемый лорд, вот этот вот порядок империи, он придумал, когда это придумывали писатели, сценаристы? Это было прописано во всех документах, утвержденных имперским сенатом. Комментарий от Александра. Скажи, пожалуйста, то есть имперское правительство скрывает, что песок на Татуине это на самом деле Эльфбайс? Я думаю, что она не то, что скрывает. И что ненавидит Энакин? Я думаю, что они не то, что скрывают, они оставляют это все для собственных нужд и собственного пользы. Ну, скажи, про Аватата забыли. Вот кто-то читал здесь тайную историю далекой галактики в переводе Ситоида и так далее, но свое представление. Очень здорово, что мы подключаемся, потому что как раз я тут говорил, что нам необходимо обсуждение. А кто помнит, когда была создана Голосеть, ну или Голонет? Вообще, есть какое-то в лоре Звездных войн, дата, может быть, создание, одновременно с гипербритами?